Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня прекрасный день. Скоро уже будет закат. Солнце немножко садится. И вот уже минус один ощущается. Потому что у меня мои пальцы — это как 10 маленьких термометров. Каждый определяет точную температуру. И я хочу сказать, сегодня лежа на снегу, я что-нибудь должен сочинить. Ну, какую-нибудь простую тему. Что-нибудь простое-простое. Душа поэта, милость друга, лежит поистине сюжет той свежей мысли, как подруга, букет незыблемой тоски. А где увидеть вдохновение цветущих рая и души? Идет та птица в изумление и вновь летит, и от души толкает радость поднебесье, и взрыв кончает прямо вверх той дивный факел равновесия тех измерений. Ты поверь, есть мысль, которой быть не может, есть друг, который вовсе нет. Такое счастье, кто поможет мне объяснить весь этот бред, что милостью своею я рад сейчас сказать. Ведь скоро Рождество, Христос придет опять, родиться, вдохновиться и Пасха вновь стать, просто воплотиться. Как мягко тут кровать. Кровать, которой нету края. Кровати снега и тепла под солнцем. И я лежу, зевая. Для солнца радость вся моя. О, мир души моей преграды, когда увижу я еще такое ласковое небо, тот дивный нежный порошок, который сверху раскидавшись подглядывает солнце вдруг, мой ясный зимний в данный вечер, этот лучистый милый круг. Люблю его, люблю, как ветер любит своих красивых вод, больших морских, и океан, и небо, ясный небосвод. Моя душа ушла отныне, она теперь где-то внизу, она вот там вот, в снежной куче, ее с собою я возьму. Как это мило. Сочинить что-нибудь подобное иногда бывает. Сам не ожидал. А иногда вообще как-то вдохновения нету. По-разному бывает. Счастье вам и вдохновение. Потому что вдохновение толкает людей на очень опасные вещи. Они становятся богатыми случайно так. И поэтому счастье вам и вдохновение. Богатым быть и сердцем воли, души согретой. И опять придешь ко мне, а я на воле буду тебя опять и ждать. И ждать опять. Пока-пока. Счастья, удачи. До скорых встреч, мои дорогие. Скоро Рождество.